Демонстрация под девизом «Аборт в защиту жизни» прошла через весь центр Варшавы. Протестующие против действия современного польского законодательства, запрещающего аборты, кроме некоторых исключений, требовали доступ к сексуальному просвещению, бесплатной контрацепции, услугам суррогатного материнства. Требующие равноправия женщин прошли с баннерами «Ищу врача без угрызения совести», «Продолжается ад для женщин». Оппоненты феминисток и их сторонников, польские пролайферы, по пути следования демонстрации у костела Святого Иосифа или костела Визиток организовали пикет, призывающий протестующих одуматься. Активисты польского пролайф-движения заявили, что девиз «Аборт в защиту жизни» фальшив и абсурден, как, например, девиз «Педофилы в защиту детей». Ежегодно в 40-миллионной Польше от прерывания беременности погибает более 1000 нерожденных детей. Количество нелегальных абортов и абортов, совершаемых польскими женщинами за рубежом, превышает официальную статистику в десятки раз. Отмена антиабортного закона, опасаются пролайферы, может вызвать всплеск абортов и непоправимые последствия для Польши в демографическом плане. В течение десятилетий они уже нанесли значительный урон для демографической безопасности соседней Беларуси, убеждены белорусские коллеги польских активистов пролайф-движения. В Бресте 8 марта сторонники Международного движения «За жизнь» организовали автопробег в ее защиту, призванный привлечь внимание к проблемам абортов белорусского общества. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Варшава, Брест.